Салам алейкум. Да, будет бой с моей девушкой, будет очень жестко и больно. Под какой трек ты будешь выходить на бой со своей девушкой? Вань, скажи честно, где лучше было, в СССР или в России? Я не был в СССР никогда. Зола, Ваня, его любит Таня, он любит маму. Но турналы, они по девочкам. Нету попы бати. В смысле нету попы бати? Вань, что делать, если у тебя меньше 30 сантиметров? Еву Элфи поливать поливалкой. Да, золотым дождем. Так, всех приветствую, дамы и господа, вы на канале Данил Степанов. Сегодня у нас пройдет пресс-конференция после боя бати Иван Золо и Иван Золо. Пообщаемся, зададим им вопросы вообще, как прошел у них бой, с пару эмоций и так далее. Так что давайте начнем. Вань, Джокер или Бэтмен? Бэтмен. Бэтмен или Джокер? Бэтмен. Понял. Белый или красный? Красный. Красный или белый? Красный. Красное? Полусладкое или сухое? Полусладкое. Понял. Вань, короче, расскажи пару эмоций после боя. Мы тебя кое-как откачали, ты вернулся к нам, как бы вообще представься, да, расскажи все. Да, все собственно, меня зовут Ваня. Как ты начал день вообще, да? Можно я скажу? Собственно, меня зовут Ваня, мне 17 лет. Ну и, собственно, что я хочу сказать? Я проиграл, я упал в сознание. Ты был без сознания, но упал в сознание, да, получается? Я упал, был без сознания, собственно говоря, и был, собственно, я в реанимации. Я, собственно, в больнице был где-то неделю. Ну и, собственно, сейчас я здесь, собственно, с вами разговариваю. Что в больнице делали? Что я в больнице делал? Угу. Ну, меня же вырубили. Ну, ты не в сознании, да, был? Я в сознании был уже, на второй день. Угу. Просто там сидел, да, в больнице? Ну, я лежал. Там в больнице, ел, кушал, что еще делал, смотрел телевизор. Мультики смотрел? Да. Какие мультики смотрел? One Piece, Наруто, Блич, Крайний Космос. Перечислили Наруто все? Я уже перечислил. Ну что числил? Ну я уже перечислил. Ну Наруто. Следующий вопрос. Хорошо, следующий вопрос. Вань, смотри, пока ты был в больнице, как бы батя праздновал победу и вообще как бы это тебя вообще не ставил ровно. Ну, пока он праздновал победу, понимаешь, я, собственно, отдохнул. Твоя карьера вся закончилась. Ну, по сути, все, тебя батя похоронил в твоем попу-мама. Ну, что я могу сказать? Я и не хотел быть попу-мама. А где хотел быть? В поп-бате? Как-то кринжово. Следующий вопрос. Ну, в смысле, нормальный вопрос. Есть попу-мама, есть поп-батя. Где ты будешь драться? Нету попы-бати. В смысле, нету попы-бати? Ну, нету попы-бати. В смысле? Еще раз, не слышу, пожалуйста. Микрофон, понял. Еще раз, как нету? Попы бати. Попы бати? Да. А что есть? Поп-дед есть. Короче, не издевайся, следующий вопрос. Поп-дед есть. Ясно. Угу. Смотри, короче, ладно, ты проиграл, вообще тебя вырубили, ты оказался без сознания. Че, ты прошел сознание, что первое тебе в голову пришло? Что я жив. Угу. Еще? Что еще? Меня немного еще тошнило. Может, пару вопросов бате задашь? Чего он тебя так сильно вырубил? Кстати, что ты меня так сильно вырубил? Хотел проучить. Был косяк, да, у него? Да. Что за косяк, рассказывай? Слишком переусердствовал. Переусердствовал я слишком. Ну, собственно, дорогие друзья, я так сказать, научился жизни. Стал немного умнее, немного взрослее. И, собственно, вот такие вот дела. А когда ты стал умнее, тебя же вырубили, получается? После этого стал умнее. После ударов синяки заживают, и люди становятся, так сказать, немного умнее. Собственно, мозги прорабатываются. Батя сказал, что у тебя был косяк, ты за косяк получил. Расскажи, что за косяк? Зрителям очень интересно. Я не помню косяка.
Его же вырубили, не помню. Ну, надо вспомнить, Вань. Ну так у меня короткая память, как я тебя вспомню? Ну ты неделю лежал, ты же мог вспомнить. Не помню. Бать, напомни ему, как бы, что за косяк у него был. Какой косяк? Когда мы встречались, вот он с его девушкой он был своей. А, вспомнил. Он точно. Меня там, естественно, ударил. Давай, рассказывай. Ударил. Это за ту пощечину, да, Серега? Да. Собственно, мою девушку оскорбили, я ему дал леща, мы подрались. Собственно, сейчас у нас с девушкой тоже какие-то траблы случились. И, собственно, у нас с ней будет скоро тоже бой. С девушкой? Да. Угу. Ну ты же стал помнить. А девушка у нас, так сказать, боевая. Она, оказывается, у нас каратистка, боксерша и что-то еще. Хорошую невесту себе выбрал. Нормально, прокачано, да, у нее скилл? Да, как Бравл Старс. Угу. Она мне там не наваляет? Ну ты ее потянешь? Да, я ее потяну. Она короче, тянет? Вань, вывод какой? Нельзя бить батю, да? Чего? Нельзя поднимать руку на батю, да? Да, я усвоил урок. А ты усвоил урок, типа, все проблемы из-за баб? Нет. Почему? Ты же получил, ну, получается, тебя вырубили из-за твоей девушки. А, собственно, расскажи мне поконкретнее. Ну, получается, у тебя твоя девчонка накосячила, а ты получил за это. Ну, типа того. И она за это-то, ну, получит от меня. А что получит? Ну, не знаю, что она получит. Пизд... Да, в точку, дай 5. Люриков. Серьезно, Вань. Что еще получит, кроме этого? А, ну, еще что получит? Атата получит. Угу. Это и, хуже, чем все. Пизды? Что? Это сильнее, чем пизды или атата, это жестко? Ну, это немного среднее. Ну, это какой-то тюремный сленг, да, атата? Ну, да. Оттуда вот, да? Да. Откуда у тебя такие понятия? Тебя... Немножко так от сауны. Понял. Ваня, а как в хату надо заходить? Сейчас я вспомню. Сейчас. Чего не ждали? Ну вот, смотри, ты заходишь в хату. Что нужно первым делом сказать? А, вечер в хату. И все? Да. А представиться? Салам алейкум. О, нифига. Кто тут 5000-то кинул? Бывает, это мои. Отдай сюда. Забери их. Блин, стой, подожди. Когда ты успел стать таким богатым? Бро, понимаешь, я играю на сайте GetX. Показать тебе, как зарабатывать деньги? Давай. Сейчас покажу. И сейчас на примере самого популярного режима на этом сайте, называется Crash, я вам покажу. Нажимаем поставить. Бац. Забираем 4000. 4000, мы выиграли 4000. Да! Да! Да, вот так вот и поднимаются бабки. Вот так вот на изи, короче, ребята. Нам не нужно рисковать. Я забрал 4000 рублей. Ну и что вы думали? Я ввожу 4000 рублей, бац. Бро, а что за прикол-то, а? В смысле, что за прикол? Иди сюда. Смотри, деньги вывели 4150, которые мы заработали, я и вывел, понимаешь? Самое интересное, что есть множество способов вывода, а по промокоду Степанов вы получите 50% к первому пополнению. Самое важное то, что сейчас на сайте проходит акция GetX дарит 100 рублей за репост из паблика ВКонтакте и 5 рублей за подписку на телеграм-канал, все ссылки будут в описании. Вань, ты знал, что петухов уважают на зоне? Не интересовался этим вопросом. Вообще не интересовался. Ты бы записался в петухи? Зачем? Ну, чтобы тебя уважали. Не хочу. А куда бы записался? Черный записался или в красный? Я бы записался в гик-индустрию, там, где комиксы, сериалы, ну, и киношки. А, ну ты на строгач, да, короче? Чего? На строгач. Строгач? Угу. Не то слово. А, батя. Батя, настроение сегодня. Вопрос тебе. Ты все, ну, так нормально выглядишь, порядочно, как бы. А скажи вообще, как в хату заходить, вот, молодым? Я этим никогда не интересовался. Как в хату заходить. Не, ну ты же... Мне это даже не интересно было. Ты же понимаешь, если бы Ваня не пришел бы в сознание, то пришлось бы в хату заходить. Ну что, говорит, не ждали, я пришел. Нормально. Не, это не моя тема. Скажи про хаты. Пару слов вообще, боя, свои комментарии. Я? Да, выполнил ли план, как хотел? Ну, я хотел его наказать за дерзость. За ты такую. Хотел вырубить, да? Бо, я его наказал за дерзость. Ну, конечно, я не ожидал, что я так накажу. Серега, хорошо, что я еще остановил. Я сам переживал за это, когда я его вырубил. Я, блин, прям... Переживал, что руку, да, сломаешь? Например? Нет, не руку, а то, что он сознание потерял. Я думал, ну все, пипец.
Ну, у тебя удар сейчас, после сына. Сейчас сына потеряю, думаю, ну все, это было что-то. Угу. Что происходило в этот момент? Что, как ты думаешь, что происходило в этот момент? Угу. Сын лежит без сознания, блин, что у меня происходило в этот момент? Ну, наверное, ехать праздновать победу. Ага. Прям, ой, как я рад был, блин. Ну, рад. Так, да. Да, если бы все так вот не закончилось бы, да, ехал, радостный был бы, да, вот, победил, все это, сюда. А тут, извините, забирают его в реанимацию, я в этом виноват. Какая тут празднование победы, блин? Да нет, как-то не надо. Это одно переживание было. Ну да, так-то поляна не накрыта была все никак. Угу. Так-то победил, да, все, наказал, задерживать все это самое. А если бы Ваня тебя вырубил? Ну, вырубил, значит, я слабак оказался. Вань, что бы ты сделал, если бы ты его вырубил? Собственно, наверное, поехал в Диснейленд. О! Молодец. Праздновать победу, да, сразу? Молодец, сынули. Сразу, да, налить, молодец. Сразу там. Взял бы с собой подписчиков, поснимали бы лайки. Ну, приложение лайк. Ну, угу. И там бы поснимали пару видосов. Ну, и с девочками, и с мальчиками, Бог, и сынули, с людьми постарше. Сынули у меня какой-то. Ну, батя за это, ну, как бы тебя не приветствуется за это. Мне кажется, да таким темпом можно реванш организовать. Молодец, ну, Вань, молодец. Ты понимаешь, что ты что на реванш на, просишь, да? Ты просишь реванш? Собственно, нет, я уже не хочу ни с кем драться, но осталась одна Николина. И, собственно, я брошу все эти боксерские ринги и начну заниматься чем-нибудь другим. Кальян курить. Чего? Сексом. Зачем? Ну, за это платить будут, Вань. С Евой Элфи? Да. Хочешь? Нормально, нормально, я согласен. Согласен? Бро, а почему ты постоянно сидишь в телефоне? Братан, прикинь, мне только что начислили 10 тысяч рублей на аккаунт за регистрацию и первый депозит. А как это возможно? Ты что, не знал, что 1x ставка за регистрацию и первый депозит увеличивает тебе сумму в 2 раза? То есть я закидываю 5 тысяч рублей... Они мне еще 5 сверху накидывают, прикинь? То есть я могу поставить деньги на любые спортивные события и просто их вывести? Конечно, братан, ссылка в описании. По промокоду НОР просто вводишь и зарабатываешь, как я. Только она должна еще согласиться. Смотри, там могут предложить МММ. Будешь участвовать? Нормально платят. МММ, расскажи поподробнее, это что? Ну, МММ, это пирамида такая. Пирамида? Да. Рассказать? Расскажи. Мужик. Да. Мужик с мужиком? Да. Не, мужик с мужиком, нет. Мужик с мужиком. Тогда мне МММ не нужен. А что надо тебе? Золотой дождь выдачи. Что это? Золотой дождь, это... Я не знаю, ну, что понял, это золотой дождь. Ну понял, на тебя воду поливают золотую, и ты такой, вау, кайф. А, типа Еву Элфи поливать поливалкой. Да, золотым дождем. А, ну можно. Или она тебе. Ну можно. Ну да, нормально, да, тема? Да, нормально. Типа можно поменяться, вы объясните, да? Что такое золотой дождь-то. Вы ему говорите, не объясняете. Ну, это когда лимонадом поливают. Так. Ага. Из пиписки, понятно. Из пиписки. На лицо. Из чего? Откуда? Из пиписки. Пай. Из пиписки, золотой дождь. Все, меняем тему. Следующий вопрос. Вань, в коляну упал. Ой, блин, не могу. Ваня, скажи, что у тебя с девушкой? Что с девушкой? Да. Надо вспомнить, что у меня с девушкой. Я же говорю, мы поссорились, и у нас скоро будет бой. Как поссорились вообще? Ой, она же тебя боевая. Я же говорю, я был после анимации, я все забыл. Ты изменил. Он в сауне изменил. Точно. Я в сауне изменил ей с девочками Олифанса, но только я с ними тренировался. Тренировался что? Делать джага-джага. Джага-джага? Да. Можешь показать зрителям? Это новый танец ТикТока? Нет, это джага-джага. Вот это джага-джага? Да. И все, что ли? Да. А еще ты тренировал только и все? Ну, там есть кое-что еще, но не будем это вставлять, фрагменты. А джагу-джага ты хотел со своей девушкой, да, сделать? Да. А с парнем? Зачем? Ну, а что, нормально. Джага-джага. Что, тебе голубой? Голубой? Ты же Джокер. Я не голубой. Ты же Джокер. А при чем тут голубой и Джокер? Ну, Джокер. А Джокер голубой, что ли? Джокер голубой. Джокер не голубой, он психопат. В смысле, он голубой? Все, меняем дальше тему, переходим к следующему вопросу. Эти вопросы дальше неуместны. Хорошо, бать, пару слов. Скажите, пожалуйста, вот, когда вы переживали, ну, что его забрали без сознания и так далее.
Потом-то вы пошли праздновать победу. Вот когда он вышел, тогда праздновал победу, да, вот. Все нормально. Девочки были? Сын вышел. Какие девочки? Ну вот сауни, которые с вами были, не забрали? Не, мне эти девочки не нужны. А что, какие интересные? Не-не-не. Можете как бы вот на камеру сказать, чтобы мы понимали. Я женатый человек. А, ну все. У меня есть супруга. Зачем мне девочки? Не на камеру, да, надо это, ну, за камерой. Зачем мне девочки? За камерами, да. Что-то Блин. И не за камерами, нигде не скажу. У меня есть супруга, все, мне не надо никаких девочек. Все. Тогда сегодня что, сауна отменяется или что? Сегодня сауна? Ну да. Вообще-то никто не приглашал. Так ты же сейчас перед съемкой говорил, типа, поехали никто с девочками. Никто не приглашал, ну не надо так мне. Так Ваня же, Ваня, ты же сауну собрал. Вот Ваня хочет сауну, пускай едет в сауну. Ты никогда не задумывался, сколько денег тебе нужно для счастливой жизни? Я думаю, чем больше, тем лучше. Миллионером за день можно стать, только выиграв в лотерее. То есть почти никак. А миллионером за год можно стать, крикнув на вот эту подсказочку. Там мой друг расскажет тебе методики, которые позволяют зарабатывать от 3 до 10 тысяч в день, используя секретный алгоритм. Поторопись, кто знает, может, уже завтра эта методика перестанет работать, а ты так и не успел забрать свои денежки. Так что кликай на подсказку вот здесь, либо переходи по ссылке в закрепленном комментарии, а мы продолжаем. Я могу, собственно, пойти в сауну еще раз, но, собственно... С мальчиками? Закрой, пожалуйста, свой рот, пожалуйста. А зачем так грубо? Ты не в адеквате. Собственно, в сауне с, не знаю, с Евой Элфи. И все. Или Солой Золой. А батю возьмешь? У него хронический ринит, так сказать, и он не выносит жару. У меня астма. Так он не будет заходить. Я не смогу. Он с вами вот рядышком. Я в сауне не смогу быть. Тебе же киска Свету Солар понравилась. Да. А, точно, можно Свету Солар взять в сауну. А пацана взял бы кое-что? Не, ну просто за компанию. Выбесишь скоро. Так ты же один, ну, троих не вывезешь. Скажи, ты натурал, Вань? Да, я натурал. Ну вот и а все. А натурал какой? Вот ну, типа, натуралы разные бывают. Бывают голубой. Натуралы, они по девочкам. В смысле, бывает голубой натурал? Да. Нет. Да. Есть выражение. Нет, а какого цвета натурал? Голубой или розовый? Есть два типа. А я откуда знаю? Ну, в смысле, есть натурал голубой и розовый? Я не знаю. Ну, блин. Вань, подумай. Это очень важно для зрителя, реально. Я не знаю. Все, переходим к следующему вопросу. Этот вопрос дальше неуместен. Ладно, следующий вопрос. Ты был в сауне с девочками. Помнишь, ты их нафоткал, короче? Да. Можешь показать фотки? Я был с девочками OnlyFans, их зовут Дилу и Оля Ёлочка. Угу. Но фотки у меня их нету. А можешь киску, да, показать? Их? Чего? Киску. Не, нету киски у меня. А писку? Зачем? В смысле, так тебе девочки сказали, что они с киской, ну, как бы будут. Смотри, было дело, я не помню, где эти фотки, так чего, что киски? Они хранятся где-то в глубине... У бати. Да, там, скажи, лохматые, с ушами, с хвостами, с четырьмя лапами киски, Вань. Не, да, точно. Какие киски были, расскажи, реально. Вот, очень скажи, с четырьмя лапами, лохматые, усатые. Киски были пушистые, мягкие, еще какие. У кого, точнее, ты называешь, ну, собственно, девочка. Они были влажные. У кого именно, конкретнее, мы не понимаем. Ты всех описал, девочка? А, киски какая была влажная у Оли Ёлочки, а пушистая у Дилу. У Дилу пушистая была? Да. Что там, нормально пушистая? Да, в принципе, расчесанная. Кустарник? А цвет какой был? Рыжий. Рыжий? Да. Твой любимый, да? Ну да, я ее гладил, эту кошку, так сказать. Ну и, собственно, все нормально. Понравилось, да? Да. Еще хочешь повторить? Ну, надо это купить китикет. Китикет? Да, покормить кота. А уже не в аптеке, ну, в аптеке не продают китикет. Или это такой новый, ну... Знаешь, для этого существует зоомагазин. А я думал, Дюрекс, а не Китикет. Нет, обязательно зоомагазин. Обязательно зоомагазин? Да. Зоомагазин? А, чтобы что? Зоомагазин, понял, типа зоо. Что? Чтобы киска была не голодная, да? Да. Ваша киска купила. А, собственно, переходим к следующему вопросу, задавать следующий вопрос. Хорошо, следующий вопрос. Ваня, дальнейшая карьера твоя какая? Дальнейшая карьера, развивать мои социальные сети, собственно, большая сила, большая ответственность,
моей популярности. А ты, Вань, ну, зрители постоянно пишут, ты говоришь, вот развивать социальные сети. Ты можешь, ну, как бы, показать какой-то эксклюзив? Чего чтобы я они делаю? Эксклюзив можешь показать? Что ты вот, социальные сети, что снимаешь? Танцы, да? А если танцы, в конце концов, мои не будут уже сходить, я буду снимать. Не, они постоянно что-то пишут новое. В комментариях, чтобы ты, ну, танцевал на пресс-конференции, показывал. А я не хочу танцевать на пресс-конференции. Блин, ну они очень простили. Вань, ну один танец можно? Они сказали, что они сразу подпишутся. Вот мы сейчас ссылку указываем, прям вот сейчас на Ваню надо подписаться. Потому что это эксклюзив, Вань, это эксклюзив, пойми. Один танец можно, Вань, на танец? Один танец, Вань. Ладно, давайте какой-нибудь давай, танец. Давай, на камеру. Какой вы хотите танец? Самый что жесткий. Понял, что подписчик сказал, вот когда ты этих кисок гладил, вот такой надо танец, понимаешь? А, я знаю какой. Давай, назови танец, это танец после киски. Сейчас, остановите камеру, я забыл какой танец. Угу. Все, вспомнил. Танец, чтобы киска была мокрая. Танец называется тектоник. Не-не, скажи, чтобы киска была мокрая, танец. И чтобы киска была мокрой. Угу, давай. Итак, танец. Тектоник. Ой, нет, не то. Еще раз. Угу. Это удалите. Сейчас. Ага. Угу. Ага. 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 Все, я готов. Давай. Все. Давай, поддержим тебя. Давай, делай, брат, делай, еще делай. Нормально, хорош. Это дрил? Это тектоник. Сейчас, нет, еще раз. Надо еще, это давай, танец, давай другой. Это танец слишком сложный, сложный надо, да? Его учить час. Ну что ты когда девочек вот встретил, покажи вот зрителю, как вот, ну, чтоб... Сейчас, сразу доступ это не с первого раза получается. Ваня, скажи, как, сейчас я покажу, как соблазнить девочку. Как, давай. И ну, смотри, танец вот этот. Да, когда тебе вот ты говоришь... Сейчас, погоди, давай я выучу сначала танец. Давай выучу. Сначала вот так, потом 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 опять вот так, потом вот так, вот так, потом вот так, вот так, вот так, вот так. Чисто все вместе. Ну и, собственно, танец готов. Иди попробуй, повтори. Не-не, я не профессионал. Вань, можно быстро? В итоге-то быстро. No. На камеру, бро. Только можешь сказать, сейчас я покажу, как соблазнить девочку. Это ты должен говорить? Вань, смотри, все, когда посмотрели ролик, что ты сам у них с девочками, все реально захотели туда же. Покажи просто, расскажи зрителям, как это сделать. Что именно? Как соблазнить девочку? Да, вот в сауне, чтобы показать на твоем месте. Что надо сделать? Для этого нужны большой, красивые волосы. Большой этот член, да? Ну, не обязательно. Не обязательно, да? Не а обязательно. Сколько примерно, чтобы, ну, понимали вообще? Примерно, ну, 30 сантиметров. 30 сантиметров да. Минимум, да? Да, это уже нормально. Ну, это же то, чтобы в сауне так с девочками отдохнуть, да? Ну, да. Угу. А Вань, если, ну... Вань, давай станцуй, покажи. Я уже станцевал. Не, все, быстро. Не, быстро. Как соблазнить, да. Скажи, как сейчас я покажу, как соблазнить девочек и станцую. Вот эти а**ы больше 30, ты что она говорит? В камеру, Вань, в камеру. Да. Ну, собственно, что она говорить может? Ваня, ты красивый. Давай, собственно, сделаем джага-джага в сауне. Я тебе потом помну спинку. Ну и, собственно, потом пойдем в стайпуху, и там я тебе еще кое-что покажу. А джагу-джагу можешь показать, ну, зрителям, чтобы они понимали и, собственно, вообще? И, собственно, в стайпухе будет очень, очень жесткая джага-джага. Да. Или порево. И так, и так. Угу. И то попробуешь, да? Да. Ваня, танец-то в итоге покажи, я это не запомнил. Смотри, танец делается вот так. Сначала вот так, потом вот так. Потом джагу-джагу, потом джагу, вот так, потом надо так, джагу-джагу потом ставить. Потом вот так, потом вот так, потом вот так, ага, 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 угу. Потом, да? Ваня, что за движение было перед этим? Собственно, это такой танец был. А джагу-джагу как? Я не понимаю. Джагу-джагу можешь показать? Ой, я не помню этот танец. Джагу-джагу? Да. Так это не танец или это танец? Это... Вань, ладно. Можно последнее движение показать? Джагу-джагу. Не-не-не, последнее движение, которое было. Какой танец? Вот этот танец, только последнее движение. Предпоследнее движение. Ладно. Нормально. Это ты что делаешь? Это после джага-джага. А, да. Ой, я не могу. Нормально я станцевал, да? Да, очень круто.
Не, реально круто. Ребята, 1х ставка по промокоду 0 увеличит ваш первый депозит в 2 раза. К примеру, я закинул 5000 рублей, и у меня на счету уже 10000 рублей. Деньги можно поставить и можно сразу вывести. А еще у них проходит ежедневно раздача ценных призов, и можно выиграть крутые вещички. Ссылка в описании. Обязательно не забудь промокод 0. Расскажи зрителям вообще, ну, как добиться такого успеха, как ты? Собственно, как добиться такого успеха? Я достигал такого успеха 4 года. Я использовал все социальные сети с 2017 по 2020 год. Потом в сентябре 2020 я скачал TikTok. И, собственно, что я хочу сказать? Я использовал все. Разные голоса. Смотри, сборка Железного человека. Что-то еще. Вань, ты киску, да, гладишь, вот так говоришь? Ну, типа, у тебя движение руки вот так. Нет. А что ты делаешь? Я делаю, ну, пересчитываю, короче, что я делаю. Деньги, что да? Что я еще делаю? Бабки. Делал. Погоди. Что я еще делал? Собственно, я тогда танцевал, но не по движениям. И, собственно, когда я начал танцевать по движениям... Ты взлетел, да? Да, я взлетел. Как далеко взлетел? Высоко? Первый танец был «Рандеву». Угу. Собственно, танец собрал 4 миллиона просмотров. Угу. И, собственно, я продолжал, ну, сделал 9 частей. В этот момент, когда 4 ляма... И, в конце концов, до миллиона уже не долетало. Угу. Я начинал другие танцы уже танцевать. И, собственно, жестко все вирусилось. И потом я начал стримить с известным стримером Никоглаем. Угу. А кто это? Известный стример. Ну, я не знаю, кто такой известный стример. Ну, и неважно. Это площадка Никоглай, а его зовут известный стример? Это магазин одежды? Нет, это не площадка Никоглай. А, это магазин одежды, да? Молдавский Джокер, скажи и все. А, точно, молдавский Джокер, точно. Ого, круто как. Майк, когда у тебя 4 миллиона стукнуло, ты понимал, да, что ты, ну, ты все? У меня еще 4 миллиона не стукнуло. У меня уже 6 месяцев или 7 месяцев зависло на 3 миллиона и 700 тысяч, потому что ТикТок закрыт. Угу. Закрыт для тебя? Нет, закрыт для всей России. А, он в тюрьме, да, сидит? Ты можешь хату зайдешь к нему? Не-не-не-не-не. ТикТок закрыт из-за этих, как их? Из-за кого? Фейков в Украине. Вань, что делать, если у тебя член меньше 30 сантиметров? Увеличь какой-нибудь мазью. Что за мазь? Ну, сейчас всем будет интересно, что за мазь. Мазь называется Папазол. Папазол? Папазол? Да. Папазол? Нормально. А расскажи, кто, ну, секрет этой мази. Я не помню этот рецепт, но этот рецепт надо спрашивать в аптеках, точно. Папа Зол или Папа Зол? Папа Зол. Папа Зол. Зол. То есть папа пришел и увидел, что меньше 30 и Зол? Да. Нормально, нет. Нет, спасибо, Ваня, реально. Это очень важная информация для подписчиков. Всякую хрень полнейшую или... При пресс-конференции... Вань, батя говорит, что ты хрень полнейший. Я не знаю, я что-то не пойму. Что-то куда-то хрень, хрень какая-то. Я не знаю, просто... Ты вот спрашивал мне вопрос, типа... Типа этот... Как тебе... Вань, да, реально. Папа Зол. Вань, зачем ты про киски, про члены? Я просто спросил, как тебе бой? Ты понимаешь, что ты сознание потерял, сейчас давай нес киски, члены, Вань. Это после нокаута. Понимаешь? После того, как я сознание потерял, я немного сошел с ума. Собственно, я стал как второй молдавский Джокер, только я московский Джокер. Московский Джокер? Да. Нормально. Натурал? Натурал. Натурал, ну, типа, в каком плане? Натурал, в смысле, по девочкам. Ой. Гомофоб? Натуралы, они по девочкам. Это все. По девочкам что они? Ну, типа, что они делают с девочкой? Да что они делают? Встречаются, любят, на свидания ходят, любят, делают, да. Джага-джага, смотрят вместе телевизор, это все. Ваня, я тебе вопрос про бой говорю. Ну? Что ты в бою, почему ты не вырубил батю? А, собственно, он меня вымотал. Как вымотал? Ну, я дрался такой, дыш-дыш-дыш, угу. А он такой стоял в стойке, в защите. Ну и, собственно, он меня туда вырубает. А защита я как? Я уже без сознания. У него, ну, щит стоял в защите или что, не мог пробить? Ну, нет, у него рука в защите была. То блок, то вот блок? Так. Да? Блок. То блок. Защита. А, ну и, собственно, пузо это тоже была защита. А, ты не мог пробить, да? Твои вообще удары... Вообще не мог. От кальянов, да, кашляешь? Нет.
А, у меня, ты, у меня горло немного болит. Ну, да, немножко. Ну ладно, нормально. Да не пались, Вань, понял? Вот так глаза пошире сделай. Не пались, нет, ребят, не верите, им я за здоровый образ жизни. Да, все да, нормально. Это вырежем. Вань, все нормально, мы вырежем. Ты потом хочешь, кашляет, ну, типа, подойди, брат. Куда подойти? Ну, ты понял. Смотри, ты не смог пробить его защиту. У тебя супер удар, почему ты не использовал? А, ульту? Да. Ну, собственно, я не знаю, почему я не использовал ульту. Потому что, наверное, я уже устал. Время было час ночи. Мана закончилась. Кто? Мана. Да, мана уже закончилась. А водичку с лимоном ты перед боем не попьешь? Ой, да, я водичку с лимоном забыл попить. Она прибавляет мне энергии. Без водички не попьешь. Что делать, Ваня, реально? Что делать? Давай реванш возьмем с водичкой. Какой реванш? Все, я не хочу драться. Не, водичка, лимон. У меня остался последний бой с Николиной. Дальше я завершаю эти боевые, так сказать, искусство. Действия. А? Действия, да. Вань, сколько? Что сколько? Сколько? Сколько ты хочешь? Да. Сколько ты хочешь? Что я хочу? За реванш. И нисколько. Сколько кисок тебе надо? Я все не продажный. Вань, 350 тысяч. Нет. 362. Нет. 362 и лимонная водичка. Нет. 362 лимонная водичка и Skittles. А, собственно, завершаем. Уже задумался, да? Завершаем это все. Никаких денег я не понимаю. Да, да. После камеры, и, собственно, короче, все. После камеры договоримся, гонорары, да? Нет. Ну ладно, ну камеры выключены. Камеры выключены. Нет, я не стану уже договариваться. Камеры выключены, ну серьезно, скажи просто. Что? Водичку лимонную, сникерс, что еще? Вот скажи. И киска светлая. Не стесняйся. И киска. Я не буду принимать реванш. Все. И кальян, да, наверное? Это уже все. Превращается в реальный цирк. А шкидишку? Билеты, они, собственно, люди наши уже купили. Они это смотрят. Наши люди? Куда люди? Куда? Какие билеты? У тебя от колена прям жестко вообще. Ой. И, собственно, что я хотел сказать. Да, боже мой. Что я хотел сказать? У меня вылетело из головы, что я хотел сказать. А где косяк припрятал? Батя спрашивает. Да какой косяк за здоровый образ жизни? А в колледже, говорят, ты, ну, на переменке-то. А, кто тебе сказал? В ротик ты берешь. Не было такого. В ротик не брал на переменке? Бойдовые люди просто. В смысле, нам скинули видео, как ты брал что-то в рот. Ой. В туалете, понял? Следующий вопрос. Вань, мы этот вопрос все писали на этот вопрос, что ты в кабинке туалета что-то брал в рот. Объясни реально зрителям. Это видео повсюду. Ничего я не брал в рот. А что это было тогда? Это не ты был? Может, это был Джокер, да? Может, ты принял беговую дорожку? Это был Джокер или ты? Это был Джокер. Не Коглай? Да. Ты с Никоглай брал? Ты Никоглай снял, получается. Я с Никоглай не брал ничего в рот. Ты его подставил, получается. Ты принял беговую дорожку. Подставил, получается. Ты его снял и подставил. Никого я не подставлял. Вытри белый. Мы завершаем этот вопрос. Следующий вопрос. Ладно, следующий вопрос. В колледже. Кто ты в колледже? Я человек. Ну, там звание есть. Ранг. А, звание? Ваня Золо. Генерал Габс. Не, смотри. Смотри, там есть рядовые, есть солдаты, есть генералы, капитаны. Ты уже кто там? Я же говорю, Ваня Золо. Ну ты когда в туалет заходишь, тебе честь отдают? Да. Кто дает? Мои ребята. А у тебя много ребят? Их в колледже 200 человек. Это все твои ребята? Да. А в кабинке сколько было? 200 человек? В кабинке или в кабинете? В кабинке. Я не помню. Ну, вспомни. Да я не помню, у меня плохая память. А ты вообще в туалет колледжа ходишь? В туалет колледжа? Ну, там... Нет, не хожу. Я терплю. Ты терпила, что ли? Все, народ. Я терпила, да. Вы про туалет. Ты терпила, что ли? Вы про туалет говорите, а он в колледже в туалет не ходит. Ну. Серега, а зачем ты терпила? А? Зачем он терпит, Серега? У тебя же крыша есть, Вань. А, да, есть. Зачем ты тогда терпишь? Он всегда такой, он не, ой, самое, ну, да, не в колледже ходил. Собственно, хочу пожелания. Ни в колледже ходить не буду. Пожелания терпишь? Да. Ваня, если очень сильно захочется? Если очень сильно захочется, я пойду и... Обоссусь. Да. Да, 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 да. Чё, да, да, да. Цветы. Можно и обоссышь в цветы. Обоссышь училку, да?
Обосыш. Да зачем, я не понимаю? Ты же сказал, да, обосыш. Золотой дождь. А, ты золотой дождь подаришь. Вот увидит, да, вот это вот, блядь, и все, и, ребят, народ, вы будете в этом виноваты. Все. Да если что, Ваня, курсы оплатим. Что? Ваня, ты хочешь снова обучаться? На курсы его запишем. Я и так обучаюсь уже шестой день. Шестой день? Да. Окей, в натуре это в колледже увидят просто. Каждый раз спрашивает. Если вы это увидите, мои ребята из колледжа, вы точно будете с этого угорать. Ну это же прикол, это кринж, да? Да, это действительно кринжово. Это не настоящее. Что? Это не существует. В смысле? Мы существуем. Ну в смысле? Ты еще не в сознании. Я в сознании. Вань, тебя вырубили, ты все еще типа не... Под каким наркоз? У тебя, понял, здесь белое, вытри, понял? Вытри. Опиум. Красава. Это сопелька, ничего страшного. Точно? Да. Ну. Кормят нормально в столовых? Да, нормально. Ну, нормально, это как? Баланду дают? Что я ел последнее время? Макароны, по-флотски? Картошку. Ух, что это кальян. Ой. От кальяна жестко, да, нормально тебе Dark Side? И с тремя котлетами. С тремя котлетами? А ты знал, что, ну, три котлеты, это уже... Это нормально. Серьезный человек. Ну. Это хороший способ накормить человека. Ты прям три берешь минимум. Да. А ты понимаешь, ну, что не хватает другим, получается, людям? Там на каждого по котлете рассчитано. Там у всех по три котлеты. У всех прям? Да. Ну, кому не хватит, пошли они. Пошли они, да, Ваня, если кому не хватит? Да. Ну, понял. У тебя в классе сколько человек? Нас 15 человек. 10 мальчиков, 5 девочек. Угу. Девочки, да, красивые там? Девочки красивые. Прям очень красивые, да? Три Ксюши, одна Даша, угу. И кто еще? 3 рубля и Даша, да? Я забыл. Я забыл последнюю девочку. Маша? Наверное, Маша. Что, Джагу-Джагу сделал бы с ним? Передай, да, они же по-любому посмотрят. Они тебе сделают там потом Джагу-Джагу. Я не знаю, короче. Ну, блин, им очень интересно. Они еще впятером драться будут. Короче, они решат сами, что им надобно, делать ли джага-джага или нет. В туалете? Можно и в туалете. Смотри, они подерутся просто за тебя, Вань. Ну, просто не надо, чтобы до конфликта, у тебя и так будет бой с твоей девушкой. Тебе надо, ну... Да, будет бой с моей девушкой, будет очень жестко и больно. Кому? Кому? Ох, что-то когда... И, собственно, я не буду проигрывать уже... А у тебя какой рекорд? Как ей может быть больно? Какой рекорд? Между ног нету, ей больно не будет. А рекорд какой? У нее ног нету? Тебе, Ваня. Что? У кого ног нет? У кого ног нет? Какой у тебя рекорд? У девушки. Рекорд? Рекорд. Рекорд? Угу. А что это? Рекорд. Река. Угу. Что за река? Река. Ну рекорд, да, трек какой-то. Трек. Какой записан? А, какой по счету трек? Угу. Да. А зачем? Ну, на бой же надо выйти по трек. А, у меня треков 6 или 5. Под какой трек ты будешь выходить на бой со своей девушкой? Легенда. Как там поется на бой? Можно я включу песню? Да, конечно. Да, все, Ваня. Остановите камеру. Это твой бой, как бы, хоть что делай вообще. Сейчас. Может, артиста ты лучше позовешь на бой сразу? Кого бы ты позвал, какого артиста? Сейчас. Остановите камеру. Ой, я в лайк зашел. Какого бы артиста ты бы позвал? Останови. Так, легенда. Бай, какого бы ты артиста позвал, если бы у вас был бой? Так, вот. На бой? Да. Я? Артиста? Ну да, чтобы он вышел, спел, как бы, тебе мотивацию дал. Ну. Сашку Стоуна. Саша Стоун? Да, Саша Стоун. Вага Карнавал? У меня нет никого, чтобы я кого-то позвал на бой. Ну, кого-то артиста. У меня Бойко, может? Вот, собственно, слушайте песню, под которой... Просто у меня которой... нету да. любимых артистов. Угу. Я слушаю все подряд. В общем, слушайте песню, под которую я вырублю свою девушку. А, вырубишь, да? Все, Вань. Смотри, это жестко, Вань. Это брин? Это жестко. Ты уже представил, как ты вырубаешь, да, прям? Вот такая вот песня. Ну, не, ты жестко будет, Вань. Ты ее вырубишь красиво, скажи? Да. Нормально. Ну как, с локтя, с ноги, там, с головы. А, вот смотрите, как я ее вырубил. Да, покажи. Вань, можно видеть камеру?
Так это ульта, да? Ультой. Вань, что ты сейчас делаешь? Скажи. Кинг-Конг, блин. Это Вань. Ульта была, Вань? Что? Ульта? Да, бесконечная ульта Мортиса. Это ты в колледже так делаешь, да? Нет. Кинг-Конг, блин. Ты в колледже не показывай эту культу, а то... Хорошо. Кого ты выберешь, Вань? А? Ты девушку выберешь, что ли? Да, это будет, собственно, и бесконечная ульта Мортиса, и также это будет ульта из Mortal Kombat 11. Ну ты хищник, брат. Да, согласен. Где Влас, а? Он дома. А он... Вот это... Три котлеты вышли, вот это да. Три котлеты. Он в универе. Он в универе кайфует. Это две из Крипного. Серьезно. Вань, это ульта, вот и ульта. Это была бесконечная ульта? Ну, типа... А ты в колледже так делаешь? Что-то среднее. А ты делаешь так? В колледже так делаешь, да? В стол. В колледже, ну, я так не делаю. Три котлеты хаваешь. Там что-то пожестче, да, делаешь? Есть такое. Лохов щемишь там? Не. Подливу пускаешь. Если только в туалете. Ты же в туалет не ходишь. Ну, редко хожу. А, ходишь. А что ты там делаешь тогда? Все-таки ходишь. Да косяк забивает. Вань, смотри, как... Не несите бредовые мысли, господа. Так это отец твой говорит. Это же отец твой. Не надо нести бредовые мысли. Ты так же давай, забивай. Следующий вопрос. Вань, задавай вопрос. А какой мне тебе вопрос задать? Можешь мне задать, Вань? Можешь, да. Или как Дэдпул в камеру обратись. Ты за камерой много, ну, газовал на Даню, а сейчас сидишь, что-то даже вопросы можешь задать. А я не знаю, какие вопросы задать. Да что хочешь, ты надышал. Он же сказал, что ты не вырубишь его девушку. Ты ему докажи, что... Я вырублю эту Николину. Ты вырубишь девушку? Да. Можешь сказать в камеру, я вырублю свою девушку? А, я вырублю свою девушку Николину. А можешь еще рассказать, как ты ее вырубишь, в каком раунде? И чтобы это весь интернет знал. Я вырублю ее сразу на первом раунде. На первом? Ваня, да. А теперь все вместе. Я вырублю свою девушку. Соедини все. Сейчас. Это привет передал. Я вырублю свою девушку Николину сразу же на первом раунде. А если она беременна? Она не беременна, я проверял. А если она беременна? А как ты проверил, что она не беременна? Есть такой тестометр. Тестометр? Да. Там показывает одна полоска, две полоски. Ну, золотой Adidas? Дождь, да? Золотой дождь? А три полоски? А это не то, это не то. Ваня, у тебя две или три полоски? Да что? А у нее, собственно, одна полоска, она не беременна. А, ну, ты понимаешь, что если была бы она беременна, то двое на одного нечестно? Да, ну тогда бы я ее пощадил, если бы она была беременна. Но поскольку она не беременна, ее можно не щадить. А ребенка пощадил бы? Да. А ребенок от кого был? А я откуда? Ветер мадул. Тебе не важно, да, от кого ребенок? От бати. Хватит уже батю приписывать куда-то, блин. Ну да. Ладно, все, как извини. Батя как бы... Батя? Да. Честный товарищ. Да нет, конечно. Ну это Ваня любит по саунам гонять, батя. Да, действительно, в сауну не ходит. А ты в колледже рассказал, что ты вообще в сауне с девушкой отдыхаешь? Да. И что тебе сказали? Собственно, были все в удивлении. В каком удивлении? Типа, покажи киски, да, там? Типа, ты заходишь, да, Вань, в сауну, и там сразу все киски свои расчехают, показывают, да, киски. Ну, пацаны да завидуют, никто да? этого не делает. Они пацаны, просто, пацаны они просто послушали мой рассказ, что я там делал. Ну и, собственно, разбежались по всем урокам. Как, ну, когда прозвенел звонок. Угу. Но ты не побежал, потому что ты не черный, да? Ты спокойно пошел. Потому что в смысле, я не черный? Ну ты же не опаздываешь, ты задерживаешься уже. Я никому не задерживаю. Ну, конечно. Всех отпускаю. Зачем Атлантиду затопил? Кого? Атлантиду зачем затопил? А это уже какой-то байдовый вопрос. Я никогда не был в Атлантиде. Ну это же сауна Атлантиды. Чего? Сауна Атлантиды. Не, это уже байдовый вопрос. В смысле? Сауна так и называется. Ты же там отдыхал, вот с девушкой. А, сауна. Ты уехал, и ты ее затопил. Ты сауна включил... под названием Атлантида, это так и называется? Да, ты там с девочками отдыхал. А что мне не говорили? Нам потом, понимаешь, сауна. Нам потом человек выставили знакомый, кальяны за всю тему, за алкоголь. Нам все выставили, мы платили за тебя, Вань. Да? Да. А где ты был? Так ты отдыхал, зачем? Ты нас не позвал.
Ты сказал, я как отдохну, уеду с девочками в массажку и вы приезжаете. Вань, скажи честно, где лучше было, в СССР или в России? Я не был в СССР никогда. Собственно, мне в России лучше. А в Украине? Там же сейчас война. На всякий случай осуждаю. Твич-стримеры. Да нет, мы это не ставим сюда. Ну, в Украине. Да, мы тебя вырежем, все. А, собственно, я был там в Украине, но только... На море. За Донбасс? Собственно, я был в Украине в детстве. 4-5. У гостя, в гостях. У Зеленского? Но я не помню, что я там делал. Наверное, просто отдыхал. У тебя было 5 лет, блин. Да, мне было 5 лет. Если сейчас война прекратится в Украине, я хочу, знаете, что посетить? Золочевский замок. А как же сауна? Что? Сауна с девочками. Да какая сауна с девочками? Мне важен Золочевский замок. А, ну что это? Замок. Замок. А, думали замок. Замок там есть, да. Ну да, да. Ну он рассказывал нам, вот сказал, с девочками. Вань, ты пойдешь с вами? Нет. Почему? По своему здоровью. А ты хочешь в армию? Ты же здоров. А ты же здоров. Если я пойду в армию, я потеряю год своей жизни и доброту к людям. Что людям? Доброту к людям. Да скажи, что тебя там никто не ждет, елки-палки. А, ну и, собственно, меня там никто не ждет. Ну там нет ТикТока, да? И девочки. А если там бы ТикТок был бы, пошел бы? Нет, конечно. ТикТок войска. ТикТок войска. А что бы ты выбрал, да? Лайк войска или ТикТок войска? Чего? Лайк войска или ТикТок войска? ТикТок войска. Почему ТикТок войска? Или киски войска. Потому что я ТикТокер. А лайк нет? Ну, я тоже как лайкер, но там, у меня всего 117 тысяч подписчиков. Ну ты, короче, то там, то там, да? Да. Ну, любишь попрыгать, да, там? Да. Вань, расскажи, как ты заработал свой первый миллион. Не стесняйся, Вань, мы помним, да, ты. Это очень Я не помню, как я заработал свой первый миллион. А он у тебя есть, блин. А у меня его вообще нету. Миллионер, блин, сидит под подпольный. Корейка. Ой. Ага. Горлышко болит. Ну, Колян, понял, в следующий раз десяточку не надо забивать, понял? Скажи, лучше не пятерочку. Да какие кальяны-то? Да это вырежи, Вань, не переживай, как бы. Все нормально. Конечно. А мне кажется, вы ничего не собираетесь оттуда вырезать. Ваня, ты, Ваня, ты умеешь фристайлить? Нет. Клоун нужны. Ну ты же поешь треки, почему ты не научился фристайлить? Это очень важно. Я не умею фристайлить, покажи. Это когда в хату заходишь, надо сразу фристайлить. Ну, давай, продемонстрируй. Не, Вань, мы только видели в фильмах такое. Ну значит, у меня тоже не получится. Какой последний фильм ты смотрел? Последний фильм? «Женщина-Халк», третья серия. Угу. Вань, что фристайлить, не умеешь? Сериал, не фильм. Ну да. Он же про фильм спросил. А, тогда я не помню. Ваня, можно фристайл для зрителей? Так я не умею. Ну прям на ходу вот что на душе. Да, на ходу же. Первые мысли, что ли? А, собственно, забейте на фристайл, следующий вопрос. Да не, ну давай, Вань. Вот что у тебя сейчас первое в голове? Зоа, Ваня, его любит Таня. Он любит маму. Выиграл батю. А, нет, проиграл бате. Пал в нокаут. Понял, Вань? Примерно вот так. Пал, аут. Мы тебе сотку дадим, Вань. Да не надо никаких фейстайлов, а задай вопрос, следующий вопрос. Мы же бой обсуждаем. Да, Вань, мы бой обсуждаем. Какие киски, какие сауны? Вы меня сами спрашиваете. То про бои, то про киски. Я так понял, у них то еще будет, да? Что-то. Лучше определитесь, что вы хотите. Реванш. Все зрители жаждут реванша между тобой, батя. Не будет никакого реванша, я не хочу его. Сколько денег тебе надо, Вань? Нисколько. Ну сколько, Вань? Да я знаю сколько. Нисколько. Ну скажи цифру. Нет. Ну скажи. Нет. Ну ты же хочешь. Нет. Ты что, вообще что ли попутал? Осуждаю твич-стримеры! Осудите это! Они сейчас придут, будут осуждать? За это слово сразу банят. Убери ствол. Какой он ствол, если не говорит? Серега, какой он ствол? Ваня, мы тебя про бой спрашиваем. А можно побольше батя мой краш? Можно побольше батя? Батя, расскажи вообще. Ну, как вообще? Когда вырубаешься, ну, какое ощущение? Я уже рассказал, какое ощущение. Не, ну, может, что-то поменялось? Не, я вот в самом начале интервью я это рассказал. Еще раз бы вырубил так? Не, больше не стал бы. Почему? А если заплатили бы?
Да, бух, не, ну, 300 прямо сейчас платим. Все, не. 300 тысяч прямо сейчас вырубаешь, понял? Не. 400 тысяч. Нет. Давай на Сбербанк прям переводим тебе сейчас. Никак. В смысле? Уже мне такого не надо уже, все. А Ваня сказал, что ну, за 400 вырубит. Че ты врешь, я ничего не говорю. Ты за камерами сказал, если батя не согласится, я вырублю его. А, батя не соглашается, все. Не, так, сказал... ладно, ребята, у вас будет реванш, да, я так понял? Нет. Face to face. Нет. Не, ну Ваня, ты сейчас сидишь, газуешь на батю. Реванш у него будет со слепым батей. Ну, Ваня, ты реально сейчас сидишь, газуешь на батю. Объясняю. Батя слеп уже, все. Объясняю, у моего папы скоро операция будет 27 сентября. Да, и после этой операции я вообще ничего не буду делать. У моего папы катаракты. Он ничего не видит уже. И вот подписчики должны скинуть, да? Подписчики должны скинуть на карту. Что? Которая в описании. Не надо нам никаких карт, ничего скидывать мне. Наличка лучше, да? Лучше наличка. А с Никоглаем подрался? А, с Никоглаем, ну да, бы подрался, но за что? Он уже меня не обижал пока что. В смысле, за что? Он тебе вообще, ну, сказал, что Ваня это вообще слабак. Он по ММА начал карьеру, вот, всем проигрывал. Пусть запишет телеграм-кружок, тогда я и буду с ним драться. А, Ваня, ну, ты не думал там UFC, Fight Night? Нет. Ну, перспектива есть все-таки. Нету перспективы вообще. Почему? Ну, нету. Слишком хорош, да? Нет такой еще лиги для тебя специально? Вообще нет. Где элитные бойцы? Soul Fight. Да, согласен. Как бы ты назвал эту лигу? Какую лигу? Ну, где ты выступал бы? В будущем как-нибудь назову, но сейчас вообще нет идей. Ну, так приблизительно. Чтобы люди понимали, куда стремиться. Не знаю. Не знаешь, да? Ну, даже батя угорает. Что, короче, попадание. Как? Попадание. Попадание? Поп-дани. Поп-дани? Да. Поп-дани? Поп-дани. Или попадание? Попадание? Ты глухой или как? Попадание. Это рок? Поп-дани. Поп-дани? А, поп и Дания страна? Если он хочет попу Дани. А, ты хочешь попу Дани? Следующий вопрос. Вань, ты хочешь попу Дани? Ты сейчас сидел всю конференцию и скрывал это, Вань. Ты хотел в попу Дани? Следующий Вань. Вопрос! Вань, ну скажи правду, ты хочешь в попу Дани? Не хочу я в попу Дани! Так ты сам сказал, хочу в попу Дани! Ой, как я с тебя сканжую! А что за Даня, Вань? Ну? Что за Даня? Что за Даня? Милохин? Что за задание? Какое у тебя задание? За попу Дани. Вань, ну серьезно, это очень важно. Никакой, короче, попу Дани. Никакого Милохина, все, следующий вопрос. А кто тогда? А? Кто тогда? Ну, следующий вопрос. Ну мы тебе задали вопрос. Какой? Кого бы ты вызвал на бой? Ты сказал попу Дани. Мы тебя спросили, какого Дани? Я никого уже не собираюсь вызывать на бой, кроме Николины. Николины? Да. Серега, а чего ты вообще думаешь? Вот все 3 месяца мы шли к этому бою, и он вот так закончился. Что вообще по этому поводу скажешь? Ты разочарован, ты на радостях, на позитиве? Или ты спишь, Серега? Серега? Да, я уже заснул тут. Ну, Серега, расскажи, это очень важно. У вас такой тренировочный лагерь был. Ну, бой прошел, и ладно, все. Ну, ты планируешь что было, то было. Планируешь все, продолжать все, карьеру? Все, что случилось. Вот, да, Серег, вот ты планируешь продолжать карьеру? Реально сейчас всем важно. Нет, я же сказал, я все, я больше не... За какую сумму? Может, кого-нибудь я вызвать? Я ни за какие суммы, ни за ничего мне это нафиг не надо. Кого бы хотел вызвать, Серега? Я сказал, никого не хочу вызывать. Мне все это не надо уже. А если тебя вызовут? Меня вызовут? Да. Зачем мне вызывать-то? Ну, наверное, хайповать на тебя ну, хотят. Ну, пускай хайпуют. Ты легенда попомнила. Пускай вызывают. Ты реально легенда, Серега. Не, пускай вызывают, только я не буду отвечать. Ну ты готов, все. Да? Я тебе сказал, я не буду он отвечать. Ну ты к вызову готов. Ни к чему я не готов. Чего вы мне сам хотите подпихнуть куда-то? Не надо уже, вот, хватило товарища одного. Не, ну тебе нормально заплатить. Да, не надо мне никаких платить, ничего, все. Ну все, реванш, короче, мы договорились, какая дата? Никакого реванша не будет. Какое число, дата? Дата. Потому да, что 10 сентября. 10 сентября? Никакого 10 сентября. Сейчас не буду слепой. После операции вообще не буду ничем заниматься. Надо будет сидеть. Никакими боями, ничем. Угу. Поприкалываться. Так как там хрусталики будут вставные, так что нельзя. А долго они будешь видеть? А? Долго? Ну? Нет, видеть я буду, но они же заживать должны.
А, тебе вообще вставлять будут, да? Новые? Конечно, вырезать эти, а вставлять искусственные. Нормально так. О чем я тебе говорю? И киборг буду. Ну да. Да. Светиться они будут, знаешь, по фонарикам раз, они красные такие. Будешь сжигать. Ага. Телок. Ага. Валим. Телок. Давай. Не надо мне телок, блин, что вы приплетаете? Мне телок какие-то. Надо мил. Надо. Мы что не же мне телок? Вон тому телок приплетаете, блин. Вань, ты будешь молодой, блин, я старый уже, не надо. Да, да он же, да, он уже попу Дани. Попу Дани? Вань, ты определись, да. Либо, ну, что ты хочешь? Ты попу Дани? Я хочу. Вань, ну какая попу Дани? Еву Элфи. Его. О, это правильно. А что ты с ней хочешь делать? И это окончательно. Что с ней хочешь делать? Ну, поиграть какую-нибудь игру, а потом сделать джага-джага. Чайный пакетик бы сделал ей? Заварить ей чеку? Ну да. Ну, типа, ну можно. Угу. С кайфом, да? Да, с кайфом. Сёмга на ужин. А, нет. Сёмгу я не люблю. Ну, может, она любит, но я расспрошу, что она любит. Ну, ты бы накормил бы чем-нибудь другим, да? Да. Чем бы накормил? Спагетти, к примеру. Соусом, да? Да, соусом карбонара. Угу, нормально. Но думаю, ей понравится. Да, думаю, понравится. Чё тогда ты, ну, скажи, когда... Обратись к ней. Ну. Ева Элфи, если мы встретимся, я накормлю тебя соусом карбонара со спагетти. Так, дамы и господа, это была пресс-конференция. Я думаю, здесь все понятно, у нас будет реванш, так что... Не будет у нас реванша! Ваня, просто мы общаемся за гонорар Вани, просто вот и все. Мне может уйти? Очень много денег. Так что, друзья, подпишитесь, лайк, комментарий обязательно, оставайтесь с нами. Братва, всем спасибо за просмотр. Сами понимаете, что будет дальше. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Вань, нечто. Последние слова, Вань, напоследок. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Ты рад, что все закончилось? Да, я рад, что все это закончилось. Продолжение следует. Братан, а на что ты потратишь свой первый миллион? Что? Что ты сказал? У тебя до сих пор его нету? А может ты забыл, что тебе прямо сейчас нужно нажать на вот этот видос и начать делать бабки, просто играя в игру на компьютере или на телефоне? Второго шанса у тебя может и не быть. Раз судьба посылает тебе такой подарок, грех им не воспользоваться, понимаешь? Не жди чуда, действуй.